Ярость всегда пригодится. Отлично, ману восстанавливаем. Ой, зараза. Хотя норм, сойдет. Значит, здесь один ход остался. Значит, лучше, пожалуй, мы обновим ослепление. И потом добьем этих чуваков. На всякий случай, так сказать. Раз, 340. Теперь-то мы можем с этими новичками всякими разбираться. Чук. 870. Слушайте, надо было вот эту штуку фигачить. Надо было, кстати, драконам тоже делать другие вещи. А, мы сейчас сделаем как раз таки так. Подходит дракон и юзает свою опилку. Кусь. Не, а вы уходите давайте. Ты, точнее, один. Один мародер. Ух. Вот, трофей. А чё за трофей это такой? Странный трофей, если честно. Гниющие зомби, такие зомби. Студия на 108 опыта. И, конечно же, во много раз больше золота мы получили с грабежа. Естественные энергетики. Ускоренное восстановление. Отдых 4. Конечно же. Конечно же. Ускоренное восстановление я вообще люблю. Блин, мне эта игра нравится вообще. Интересно, а если мы сейчас уничтожим эту статую, то там этот паладин исчезнет? Так. А, мы не можем, да? То есть, если мы пообещали ему не уничтожать, то не можем этого сделать. И что мы получили? Знамя Грифона.
и всего-то. А по-моему, можно было другой артефакт получить, да? Ну тогда в земли эльфов отправляемся. Но в землях эльфов мы не будем сражаться, во-первых. Да. Не знаю, мародеров брать туда, нет. Сражаться-то мы не собираемся. А вот взять черных драконов, может быть, стоит. Одарение, боевой клич. Блин, у меня ярость пропадает, чуваки. Не люблю, когда у меня ярость пропадает. Ну, впрочем, типа не нападать же на некромантов из-за этого. К ведьме не хочу идти. Вряд ли у нее что-то интересное есть. Ой, этих лучников мы можем себе взять, да? Теперь. А что это показывало? А, это на обелиске, видимо, наводил. Так, вы линию теперь. Красных драконов будем искать, да? Хотя, возможно, нам сражаться придется. Может, возьмем все-таки черных дракончиков? Три штучки. Да. Чисто по приколу. Ну, костяных драконов я бы не сильно хотел, наверное, себе заиметь. Так, мне нужно попасть в линию, приказ короля. Да, знаю, знаю. Ну вот, как вы видите, как можно зарабатывать бабла гораздо больше. Если вам не хватает бабла, берете мародера, берете свои заклинания и мародерите заклинаниями. Но для этого нужно демонические врата иметь. И ослепление, или барана. То есть в начале игры, и именно поэтому не нужно в начале игры нападать на противников, даже если вы их можете победить. Так, вот здесь вот мы были или нет? К этому чуваку сюда нужно проникнуть нам. Да, вот так вот быстро. Дом у водопада какой-то.
Ну, мы можем подождать, да. Вот они повернулись, пойдут назад. Вот эти, конечно, гораздо опаснее. Они очень быстрые. Зараза. Пожалуйста, может быть, ты в ту сторону пойдешь, чувак? Я хочу... Он внутрь пошел, это нечестно. Но нам нужно, по идее, вот сюда. Да. Или нет? Нет, нам нужно как раз вон туда. Дом у водопада, да? И тут смотрите, сколько всего ништяки всякие. ...112 лидерства. Не знаю, как по мне, не брать лидерство, это как-то глупо. Нужно брать лидерство. Лучше иметь лидерство, чем не иметь его. Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте. Чародей Грезхерм. Грезхерм. Блин, что за бред. Вот, он нам и нужен. Добро пожаловать в Долину Магов. Чем я могу вам помочь? Вы маг? Быть может, я смогу купить у вас несколько заклинаний. Ядовитый череп, меч-призрак. Как-то не впечатляет. Собственно, я хотел спросить вас о том же. Быть может, вам нужна помощь? Вы хотите помочь? Это было бы просто чудесно. Понимаете, недавно на территории Долины Тысячи Рек... Прошел дождь из заогнал, вызванный некромантами. Я уже стар, далеко ходить не могу, а Эгнума надо кормить. Он давно не ел. Покормишь его? Покормлю, только объясни по порядку, что такое Эогны и кто такой Эгнум. Или кто такие заогны, что такое заогны. Заогны — это чистые сгустки магии смерти, да, которые сжирают мои войска. Любое живое существо, соприкоснувшись со заогном, теряет свои жизненные силы, а самые маленькие виды существ умирают на месте. Эгнумы — это наши чистильщики. Они умеют поглощать отрицательные эмоции и зловредную магию. Некоторые даже считают, что все съеденное эгнумом оказывается в мире мертвых. Чего доказать еще никому не удалось. Я даю тебе своего эгнума, он давненько не ел. Давай договоримся так, чем больше наест самой эгнум, тем больше самых необходимых тебе рун таланта ты получишь. Если договорились, найди как можно больше заогнал, чтобы мой эгнум хорошенько поел. Хорошо, я поищу этих ваших заогнал. Да. То есть теперь нам нужно эти черные штуки искать и к ним прикасаться. Я надеюсь, что от этого мы не сдохнем. Так. А здесь я уже посещал, да? Где заогны? Книга смерти. А что в журнале у нас? Ага. То есть, нужно как можно больше этих заогнов найти, блин.
Блин. Мне нужно как-то обойти этого древня грёбаного. Так, блин. А вот это что такое? Бард Ануре. Печальный эльф тихонько напевает, что-то слов не разобрать, но хорошо слышно, что у эльфа отменный голос и хороший слух. Эй, эльф начального печального образа, что случилось? Приветствую тебя, незнакомец. Тебя смутила моя печальная песня? Прости, но сегодня... Но сердце мое полно тоски и безнадежности, и история моя слишком грустна. Меня зовут Анаре. Я странствующий менестрель, бард, певец, поэт и музыкант. Но, увы, мой талант угас, и больше не сложить мне песен. Ушла из жизни моя единственная радость. Так все же, что за беда у тебя? Кто ушел? Была у меня возлюбленная невеста, прекрасная Хнея из королевского рода ледяных слез, и все стихи мои и песни были лишь о ней. Но вот в один ужасный день она не вернулась с прогулки. Отправившись на поиски, я нашел ее умирающей среди тел павших верных стражей. На руках моих она умолкла навеки, и последний ее вздох до сих пор сжигает мое лицо. И последними словами ее были: «Тень укрывает меня, и смерть закрывает мои глаза. Мы с тобой расстанемся, но мы снова будем вместе, когда прольется черная кровь убийцы моего Шираки. Отомсти за меня, любимый». Хорошо, поэт, мой путь лежит в мир мертвых, я отыщу там убийцу твоей возлюбленной и отомщу. Так, стой. Надо повторить. Я не все прочитал, по-моему. Серьезно, заново? Прямо отсюда? Это плохая идея. Ну вот, теперь, короче, заново все. Ну какого фига? Почему я не сохранился? Просто сохраняемся. Так, а как я проходил в прошлый раз? Вот так вот легче. Тут, кстати, белочки, все так красиво. Блин, ну такой графон, при том, что... такие низкие требования к компу, это просто нереально. Ну, чуваки, реально. Так, стоп, а куда мы вообще залезли? Нам не сюда нужно было. А что с этим чуваком говорить? Человек, твоя сильно плохой, зачем твоя черепаха, зови моя кристалл, забирай. Кристалл карах быть великий шаман. Я просто верну кристалл его владельцу, ты ведь украл его.
Теперь твоя смесь над несчастный карах, твоя плевать и пинать беззащитный карах, делать кожаные штаны из шкура карах, твоя отпускай карах, если твоя моя отпускай моя, дари твоя ценный шаман-артефакт. Серьезно? То есть мне нужно было с ним просто поговорить после того, как мы черепаху, типа, к нему призвали, чтобы получить артефакт. А я это забыл сделать, серьезно. Ну, как можно было догадаться, что у него будут какие-то новые реплики? Твоя отпускай карах, если твоя моя отпускай моя дарить артефакт. Так. Тьфу, ты, даже трогать тебя противно. Давай свой шаман артефакты, чтобы я тебя больше не видел. Сейчас моя сказать твоя спасибо и целовать твоя грязный сапог. Но твоя помнить, великий карах, все помнить. Карах страшный, колдунство. Находить потом человек, искать и страшно-страшно мстить. Хорошо, буду ждать встречи. Слушайте, вопрос, его стоило драть или не стоило драться с ним? 10 маны и 3 интеллекта. Но это лучше, чем все мое. Особенно лучше, чем вот это вот лидерство. Так ведь? Потому что это не наш артефакт. Нам и так хватает лидерства на драконов. Так ведь. Но у нас 30 уже интеллекта. А это мощно. Это больше призывов, больше всего. И 135 маны. 135 маны. Это сколько ж порталов с демонами можно призвать? Я измеряю количество маны в порталах с демонами. Так, что нам еще? Концентрацию давайте изучать. Так ведь? Или мудрость? Но лучше концентрацию. 6 маны за раунд. Магия искажения, я пока что не хочу ее качать. Разрушение, ну зачем мне разрушителя качать, если я не пользуюсь магией разрушения? Вот скажите мне, пожалуйста. Ой, тут вот это вот речная ферма. Это интересно. Хотел бы я к ней подойти. Так. А тут у нас беззащитность. И вот эти вот феечки грёбаные. Обычные лесные феи. Вот знаете, у них на самом-то деле много прикольных способностей. И самое главное, что у мага они изначально даются. Это очень круто. Но первый уровень, серьезно. То есть для мага они не подходят. Это для воина скорее существа. Потому что воин теряет, ну и для прохождения такого, как у меня, тоже не подходят. Чё ж ты агришься так?
постоянно нужно сохраняться. Здесь вот круги, вокруг этих кругов можно водить всяких говнюков. Значит, повторим сюда заход. Печальный эльф, да-да-да. Отомсти за меня, любимый. Но я поэт и музыкант, мое оружие, слова и музыка, и от них не будет проку в мире мертвых, где скрылся убийца. Быть может, ты, маг, поможешь мне исполнить последнюю волю возлюбленной. Отыщи и покарай убийцу, я отдам тебе всем свои деньги в награду. Вознаграждение, шкура оборотня какая-то и 4290 опыта. Хорошо, поэт, мой путь лежит в мир мертвых и так далее. Вот нам надо было прочитать, именно поэтому мы тут устроили полную жесть. Но в итоге эта жесть, она обернулась тем, что мы нашли артефакт. Вот понимаете, в чем прикол? Шаман Карак сделал этот амулет из черепа собственного деда, великого шамана. Если внимательно прислушаться, то можно даже услышать, как череп что-то шепчет. Наверное, дает мудрые советы. Жаль, что делает это он на орковском языке. Может, это типа как у Нерзула, у ледяной скорби, типа. Он шепчет какие-нибудь проклятия. Капец, этих алхимиков тут дофига. А, ну в принципе, это ж такое место, где много редких трав. Вот гномы и поселились в нем. Блин, вот это вот как здесь жить-то? Может, ты от меня отстанешь, говнюк-то? Где тут заокны? Мне нужны заокны. Я ж не знаю, кстати, вот эти вот черные штуки, сколько их вообще здесь. Они-то есть, но вот сколько их? Это, кстати, не то место, где они находятся. О, руна. Могу ли я ее отсюда достать так просто? Скорее всего, могу. Смотрите, о, я фею обкрутил. Это жесть. У-у-у. Я мастер. I'm master. Мега мастер. О, тут, кстати, вот этот фонтан ярости. А я разве не здесь вошел? Туда. На ту сторону. А... Ну, здесь, в принципе, призраки, да, находятся тоже. Сторожат это место. А вот тут я вижу сундук, и это интересно. Мне всегда интересны сундуки. Интересно, из побега в Энта можно получить древнего суперэнта? Дом лесника. И чё в этом доме лесника? Лесник, наверное.
Вот вижу колду. А у нас золотоискатель. А что находится в доме лесника? Кроме самого лесника. Так, стой, стой, стой. Значит, герой. Сохраняемся. Нам же нужно было отдать посох. Но посох непростой. Давайте использовать. В навеши посоха, так, руна духа. Давайте ее заберем себе. Не помешает, я думаю. Да, я его нашел. Он рассказал мне историю своей жизни. Как он не смог стать друидом, а потом не смог стать и некромантом. Именно поэтому он остался в землях мертвых. Велизар сказал, что больше не тронет единорогов и обещал прекратить свои опыты. Он передал тебе свой посох друида, так как считает себя недостойным его. Нифига себе, 1600 опыта дали. Я рад за моего ученика Велизара. Камень упал с души моей. Оказывается, даже худший из моих учеников не стал чудовищем. Благодарю тебя, тебе, Паладин, за поход в эти страшные земли. Всегда буду рад видеть тебя в гостях. Прими эту скромную награду. Нифига себе скромную. 1400 опыта это. Это не скромно. Это очень много надо убивать. Ты добрый человек, тебе, Паладин. Я всегда буду рад видеть тебя в гостях. Быть может, я даже продам тебе кое-что из своих запасов. Да, вот это мне важно. Куртка знахаря. Это лучше, чем у меня, по-моему. Феникс есть уже. Мишень, наконец-то. Наконец-то. Одну покупаем. И тут друиды продаются. Что неплохо, 150 друидов. У нас, насколько я помню, вообще не дает интеллекта. Одежда, поэтому куртка знахаря идет вместо нее, просто must have. И заклинание мишень тоже, конечно же, очень крутое, хотя сейчас уже поздно, если честно, его учить. Но купить я его куплю все равно. Значит, теперь вот здесь вот руна силы, мы же ее забрали. Так что мы делает делаем. Да. Так, F8. Тут негде их разводить, этих. Серьезно, в доме лесника просто волки. Офигеть, я не знаю, кто их на таком этапе игры использует. В таких количествах. Ну, допустим, в таких количествах ты их можешь как-то заполучить, однако использовать таких юнитов на данном этапе. Это показатель недалекого ума.
Долина тысячи рек. Ну это круто. Мы ману повысили, интеллект повысили, все повысили. Это, несомненно, нам идет в плюс. Становимся все сильнее. Укрёбанные следопыты. Нам нужно кормить нашего эгнума. Тут, кстати, есть источник маны. Круто, наверное. А вот я вижу первую черную хрень. Накормили эгнума зоогами. Вы дотронулись до зоогна. Тут видите, кстати, вот эти вот черные штуки. Это именно в этой локации все эти зоогны находятся. Да я понял, что я дотронулся до этого грёбаного зоогна. Так, попробуем сохраниться. О, да. Телепорт, кстати, круто. Тут вот эти вот чувихи. Они довольно крутые. Они вызывают терний. В общем, это интересно. Это очень интересно. Они могли бы нам понадобиться, но они второго уровня. Они второго уровня. То есть их нужно в огромных количествах и непонятно зачем. То есть они огромные армии этих непонятных существ. Да. Единороги. Защитник красоты. Феи и дриады получают плюс 2 к морали. Эльфийский лук. Плюс 3 атаки лучникам. Но это лучникам. А мы не лучники. Мы маги. Обкручиваем, обкуриваем. Где феи? Вот они. Эй.
Я сейф.